Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Московской области 5 августа. В Одинцовском городском округе к ней активно подключились не только органы местного самоуправления, но и депутаты с общественными организациями. Вы знаете, я очень благодарна всем, кто откликнулся. В первую очередь нашим депутатам, потому что то, что мы говорим, акция, или я думаю, что это такая добрая акция. Конечно, собрать ребенка в школу сегодня недешево. Семьи с невысоким достатком не могут позволить себе покупку дорогих принадлежностей и брендовых вещей. А вот в качестве подарка получить их вполне реально. Каждому ребенку под его размер обуви, под его размер одежды, его хотелки. Мы все выполнили. Конечно, там и сладости. По словам Татьяны Одинцовой, глава округа Андрей Иванов лично контролирует ход благотворительной акции. Помимо приятных и нужных вещей, ребята получили в подарок еще и чаепитие, во время которого их, наверное, впервые в жизни обслуживали настоящие официанты. Если говорить про Московскую область, то по предварительным итогам уже помощь получили более 3000 детей. То есть это приобретение канцелярских принадлежностей, это приобретение одежды, обуви. При этом в Одинцовском округе к процессу подготовки детей из малообеспеченных семей к новому учебному году подходят творчески. Не карандашами и тетрадками едиными счастлив школьник. Подарили им самые модные, самые интересные стрижки. Они были такие счастливые, они были такие красивые. Официально акция завершается 30 августа. Неофициально ее можно смело назвать бессрочной. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».